Мне поступило предложение. Я его смотрел и согласился. Значит, работу я продолжу. Работу продолжу в интересах всех жителей нашего города и своего большего района. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Спасибо. Давайте так, любые комментарии после, я вам даю, после того, как принято решение, могу дать комментарии о сложении полномочий. Ага. После того, как буду назначен, дам комментарий по назначению. Договорились? Ну, без комментариев.